Никита Михалков резко раскритиковал юмористическую программу Comedy Woman за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, назвав их овцами. Такое заявление он сделал в формате своего постоянного шоу в программе «Бесогон» на YouTube. В 2014 году в одном из номеров программы Comedy Woman девушки пошутили о замерзшем духе генерала Карбышева, что и вызвало огромное возмущение режиссера. Сам Михалков восхищается генералом Карбышевым и утверждает, что это была просто фантастическая личность. Он цитирует сказанные им в последние секунды жизни слова: «Товарищи, думайте о родине, и мужество не покинет вас». Напомним, что генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев стал олицетворением стойкости и мужества русского человека. Он попал в плен еще в 1941 году, а погиб 18 февраля 1945 года. Его вместе с другими узниками, около почти 500 человек, вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза было присвоено генерал-лейтенанту посмертно.